Все вообще ничего не показали. Вон Тюмень выиграл Тамбов и Шинник, поэтому вообще все одинаковые. То, что мы на первом месте, они внизу, это вообще ни о чем не говорит. Thank you.
После кубковой игры, то, что мы столько перелетов и столько и игр мы 90 минут пытались, и в Луче играли, и прилетели, как бы все равно физическое, как ни крути, тут тяжеловато было нам сегодня, но молодцы, что все выдержали как бы, и сдержали. Ну, ничья, ничейка тоже результат, очко, двигаемся дальше.